Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тутемпо. Видеообзор накладки на транец для транца 27 мм. В прошлом видео я обещал снять это видео, как мы изготовим данные накладки. Вот, и сейчас наконец-то наступил такой момент. Итак, накладка на транец с регулировкой по высоте до 6 сантиметров. Вот, она, в принципе, необходима для того, как говорят некоторые рыбаки, для женитьбы лодки и мотора. Для этого вот, нам необходимо поставить данную накладку на транец и дать возможность отрегулировать ее по высоте. Вот. В прошлом видео я не смог сделать полноценное видео, так как оказалось, что у меня транец толщиной 27 мм. Вот, один из достаточно популярных размеров транца, поэтому мы сделали две модификации 18 и 27 мм. Не обессудьте, в комплектации идет пока что оцинковка только. Вот, обыкновенные черные саморезы. Вот, ну, все остальное это ламинированная фанера. С двух сторон она усиленная сеткой, что позволит зафиксировать ваш мотор, ну, достаточно жестко, и он не будет скользить по гладкой поверхности. Немного о размерах. А, кстати, хотел сказать, если напишите ваш комментарий, если смысл устанавливать сюда нержавеющие болты, нержавеющие саморезы. Вот. Почему? Потому что, в принципе, это дорожит данную накладку порядка на 200 рублей где-то. Вот. Будет эта накладка дороже. Вот. Пока что идет базовая комплектация с оцинковкой. Итак, давайте немножко о размерах сейчас скажем. Общие размеры 30 на 20 идет. Регулировка 6 сантиметров высотой. Фанера, боковые накладки идут по 15 миллиметров, вставка из 27 миллиметров. И здесь у нас идет, как видите, вот это углубление с двух сторон, так как на трансе практически на каждой лодке есть такое усиление торца транса с расширением до 1,5 миллиметров, 1,5-2 миллиметров. Вот, поэтому мы сделали эту выемку дополнительно. То есть здесь у нас, если быть точными, в расширении у нас получается 33 миллиметра проход, а все остальное расстояние у нас 27 миллиметров ровно. То есть вот транец у меня, допустим, в самом широком месте, именно на вот этой вкладке, 29-30 миллиметров. То есть это позволит нам достаточно... Немножко мы раздвинем нашу накладку, и она вот так вот с легкостью зайдет. И как видите, она будет ходить вверх-вниз как раз на максимальную высоту 6 сантиметров. Вот. После чего вам останется, то есть вот эта вот часть резинки, вам не придется ее подрезать, убирать. Вот, она останется на своем месте. Вам останется только в самом нижнем положении засверлить здесь два отверстия диаметром 9-10 миллиметров. Вот, болты идут восьмерка, но запас 1,5-2 миллиметра это для герметика, для герметичности установки получается. Вот. И после чего вы уже будете сами подгонять мотор под ту высоту, которая вам нужна. Обычно она, не буду говорить обычно, но потому что на каждый мотор своя глубина погружения. Вот, могу сказать, что вот высота у нас получается регулировки сейчас 2,5 минимально 2,5 у нас толщина вот эта надставки, максимально у нас 8,5, то есть 6 сантиметров вы сможете спокойно сделать регулировку на ваш лодочный мотор. Итак, понравилась данная накладка на транец, поставляйте ваши лайки, дизлайки. Вот. Понравилось видео, ставьте опять же лайки, дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте оставить ваш комментарий по поводу крепежа. Вот. Всем пока, спасибо, рекомендую. Иди-ка быстро сюда. Thank you.